Здравствуйте, уважаемые друзья! Не так давно я изготавливал вот такую привлекательную приманочку, которая называется Бобби-нимф. И на основе вот такой приманки я изготавливал стримера для поимки хищной рыбы. Хочу с вами поделиться изготовлением этой приманки. Довольно-таки уловисто, ведет себя необычно. Что-то среднее между поппером, стримером, воблером. Довольно-таки привлекательно для хищника. Я взял крючок 1.0, изготовил площадочку для поддержки меха. И теперь мы с вами будем изготавливать. Я взял брусок вот такой пенки. У меня имеется разным диаметром подготовленные трубки, меньше, больше. Если, допустим, по каким-либо причинам не подходит, у меня для этого есть еще больше диаметр. Использую для изготовления своих цилиндров. Поделюсь еще с вами таким секретом. Я подготовил уже форму своей головки, приклеил глазки. Глазки, как говорится, я не в качестве рекламы, мы изготавливаем тоже сами, если захотим, любого диаметра, любой расцветки. Подвожу к месту крепления. Промажу немножко клеем. Значит, крепить я выбираю себе расстояние. Приблизительно у меня должно оставаться по диаметру миллиметров 5 до колечка. Делю его пополам, прикладываю и подхватываю парочкой витков, подхватываю свою пеночку вот так, сперва параллельно, потом разворачиваю, и у меня становятся мои глазки уже так, как мне необходимо. Подтягиваем, сколько нам необходимо. И только после этого мы берем и разворачиваем. И уже окончательно крепим так, как нам необходимо, для того, чтобы они у нас стояли. Вот, вот мы закрепили наши глазки. Допустим, их величина, длина, это вы уже подберете для себя сами, как вам для вашей рыбалки это будет необходимо. Мне, допустим, вот такая длина вполне приемлема, потому что в большей степени мой стример еще хорошо будет работать как поппер. Чем величина их больше, тем лучше. В каком смысле? Для того, чтобы основное часть тела, которую мы будем изготавливать вот из такого яркой шкурки кролика крашеного в красный цвет, при намокании у нас будет хвостик погружаться. Поэтому для того, чтобы у нас это не происходило, я использую несколько больше по величине сами глазки. Доводим до загиба. И здесь, так как потом у нас уже не будет возможности все это крепить, мы с вами закрепим люрикс. И сразу же в этом месте мы оставим нить и закрепим проволоку и нить, которой будем крепить наш мех. Я беру щепоточку люрикса жесткого, прихватываю его с одной стороны, подхватываю с другой. Обрезаю по остаткам и добавляю другого люрикса плоского, который голографический. Также его укладываю с равных сторон, так как при креплении в последующем меха мы уже не сможем
симпатично закрепить наш люрикс. Отрезаем остатки, оставляем. Теперь берем вместе крепления люрикса. Я буду дополнительно закреплять мех проволокой нехрома диаметром где-то 0,12-0,15. Можно использовать леску, медную проволоку, все, что вы сочтете необходимым. Но учитывая то, что я уже этим пользуюсь не один год, поэтому я использую свой материал. Теперь берем, подготавливаем наше тело. Для изготовления тела можно использовать любой даббинг, как вы захотите, то есть что вам позволяет ваша фантазия. Я, допустим, вместо загиба буду вплоть до середины тела, вот у меня есть остатки моего красного меха со шкурки. Пока никаких блестящих элементов мы здесь не добавляем. Я здесь буду формировать точку прицеливания. Хотя и без того наш хвостик красный, но все равно. И ровно сколько мне, допустим, вплоть до половины тела можно спокойно изготавливать из красного даббинга. Теперь для того, чтобы более симпатично выглядел мой стример и еще более привлекательно, я добавлю вот такого даббинга. Можно добавить красного, можно желтого, оранжевого, зеленого. Это так, как вам уже позволит ваша фантазия. Количество его уже здесь не ограничено. Дошли приблизительно до уровня крепления глаз. И здесь я возьму, добавлю теперь немножко более яркого оранжевого даббинга. И вот так. Через глазки, под глазками, до цевья, чтобы мы могли с вами скрыть, вот как вы видите, крепление наших глазок. Основную работу мы уже с вами здесь выполнили. И теперь давайте будем крепить наш мех. Я подготовил, приблизительно подобрал по длине, сколько мне необходимо. Крепить я буду теперь несколько по-другому, не так, как обычно мы крепим. Поэтому я сейчас перевожу нить, добавлю сейчас еще немножко даббинга и перевожу ее к колечку. Вот так. И теперь у колечка я переворачиваю мех вот так наоборот. Вымеряю, какой мне необходимо длины. Держу так, чтобы у меня моя шкурка не ушла ни влево, ни вправо, а находилась строго над колечком. Вот так. Очень даже у нас хорошо. Подхватили, перепроверили. Все меня устраивает. И теперь здесь, вместе
крепления я делаю пару-тройку оборотов и нашу нить увожу за глазки. Отрежем остатки, то, что подворачивали, чтоб нам не мешало. Для того, чтобы моя нить не выделялась, я ее подкрашу немножечко в красный цвет. Достаточно. Промажу клеем там, где будет крепиться моя шкурка, и промажу вот эту часть даббинга, где у меня будет прилегать мой мех. Вот так. И теперь в натяжечку следим за тем, чтобы наш мех никуда не уходил. Укладываем красиво его над глазками. И у нас образуется своего рода как небольшой симпатичный чубчик. Подхватываем, следим за тем, чтобы шкурка не проворачивалась. Вот так. Пару-тройку оборотов будет достаточно. Вот наш мех уже, шкурка начинает подклеиваться здесь. Хорошо. Все, оставляем в таком положении. Теперь беру проволоку, которую я оставил для крепления. И подхватываю теперь уже окончательно нашу шкурку, подтягиваем обязательно. Если мех по каким-либо причинам мешает, возьмите его, намочите немножечко. И в двух-трех местах по телу подхватим теперь наш материал. Следим за тем, чтобы наша шкурка никуда не уходила. Ни влево, ни вправо. Вот так. И равными частями мы движемся к глазкам, где оставили нашу нить. Thank you.
Вот, друзья, мы дошли до уровня крепления наших глазок. И теперь снизу я подвожу свою проволоку под колечко. Делаю пару полных оборотов. И сюда же капну капельку клея. Сделаю пару оборотов нашей ниткой. Вот так. И теперь здесь же я делаю окончательно завершающий узел и убираю все элементы. В растрепанном виде, конечно, он выглядит не совсем симпатично, но если попадает в воду, у нас получается полностью весь мех оволакивает полностью наше тело. И за счет этого довольно-таки симпатичная получается проводка. Как вы видите, ничего сложного в изготовлении нет. Все можно найти под руками. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!